что-то делает, то он это делает от начала и до конца. Поэтому не мудрено, что он поднабрал баррелов так, что и Жубера обогнал, но ничего, еще в произвольной они поборются. У нас отличное соревнование здесь вырисовывается. Томаш Вернер будет кататься в завершении короткой программы. У него его короткая — это «Поющий под дождем». Singing in the rain. Кстати, по компонентам Жубер Кадзуку обошел на бал почти. Томаш Вернер. С грустью констатируем, что решил больше судьбу не искушать в короткой программе этот чешский фигурист. В том смысле, что четверной даже не попробовал исполнить. Вместо него сделал Луц и Тулуп. Естественно, это прошло спокойно и чисто. Луц с Тулупом он сделать может. Правда, после этого даже... Ой, точнее, не Луц с Тулупом, а Флип с Тулупом, Флип с Тулупом он сделал, но даже после этого он не смог сделать тройной аксель. Сорвал выезд, переступил, спотыкнулся, чуть не упал. Это Луц, который также у него получился мягко, чисто, хорошо, красиво, элегантно. Так, как надо. Также элегантно он входит во вращение, плавненько, мягонько, тут же находит центровку, классно их исполняет.
В общем, Томаш Вернер немножко, ну, пока не нашел себя, мне кажется. И вот эти вот в начале программы его хореографические такие движения, как вот он как будто пробует воду. Паскуале Камерленго ему делал тоже эту программу, что Камерленго просто на расхват, я вам хочу сказать, в этом сезоне. Новая волна, все пошли к Камерленго. Как-то тут все больше не про фигурное катание, постановки, то, что мы видели, а как-то больше отвлекающие маневры какие-то. Не все, конечно, но есть такое впечатление. Странная тенденция. Ну ладно, главное, что у Жубера и у Ворона все было хорошо в этом отношении. 33-36. Интересно.